Добрый день, меня зовут Сергей, я являюсь техническим специалистом компании Lemax. Сегодня я вам расскажу о устройстве управления и контроля Lemax Zond. Данное устройство может работать как с энергозависимыми котлами по протоколу OpenTherm, так и с энергонезависимыми котлами, оснащенными 820-й автоматикой. С энергонезависимыми котлами на базе 820-й автоматики данное устройство работает по сухому релейному типу контактов. С энергозависимыми котлами, оснащенными платой управления и поддерживающей OpenTherm-овский протокол, данное устройство может работать с применением дополнительного адаптера OpenTherm. Устройство управления и контроля Lemax можно подключить либо через Wi-Fi, либо через GSM. Для того, чтобы всегда оставаться на связи с вашим оборудованием, мы рекомендуем задействовать оба способа подключения. Если это стационарный Wi-Fi, его можно продублировать GSM-сигналом. В комплект поставки входит само устройство, блок питания, GSM-антенна, датчик НТЦ по температуре теплоносителя и НТЦ-датчик по температуре воздуха. Также входит сим-карта в комплекте. Сим-карту вы можете использовать любого оператора, которого вам будет удобно. Кабель для подключения. Клемные колодки. Сюда же вложена отвертка. И руководство по эксплуатации. В случае отключения электроэнергии в данном устройстве управления и контроля предусмотрен встроенный аккумулятор на 3,7 вольта. При использовании данного устройства вы можете получать информацию о температуре теплоносителя в системе отопления, о температуре внутри помещения и дистанционно изменять данные параметры. Подключение данного устройства должна выполнять специализированная организация. Гарантийный период на данное устройство составляет 12 месяцев, 1 год, предельный срок эксплуатации 5 лет. При возникновении вопросов, связанных с подключением данного устройства, с настройкой, либо с его обслуживанием, вы можете обратиться к нашим сервис-партнерам. Контакты сервис-партнеров вы можете получить, отсканировав QR-код в руководстве по эксплуатации на данное устройство. На этом мы заканчиваем сегодняшний обзор. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях и не забывайте ставить лайки.